В игре Вуконг есть очень редкий материал, который называется крупица разума. Мы его находим в разных сундуках, и очень редко он выпадает с определенных мобов, с противников. И да, крупица разума нужны нам для того, чтобы качать себя и тем самым увеличивать или здоровье, или ману, или выносливость и остальные характеристики. Сопротивление, ну лучше, конечно же, в здоровье, лучше, конечно же, в ману и выносливость. В первую очередь. Давай, лис. Вкусняшка. Это вам очень сильно помогает проходить игру. Очень сильно. Кайф. Но где же? Где же взять и нафармить? Я такое место нашел. Этой крупицы разума. Друзья, перемещаемся к хребет желтого ветра. Локация с NPC называется Каменная равнина. У любого алтаря вы можете сбросить вашу прокачечку. Вы, конечно, знаете. Я просто советую кинуть дополнительный шанс крита, повышение крита и бонусный урон. А там уже как вам комфортно. И еще. Я оделся так, чтобы был у меня вот максимальный временный повышенный урон. Это, конечно же, бутыль чумного, дополнительный крит, урон от серий, маска кабана и посох, желательно с критами. Все. Вы готовы? Теперь пьем и бьем только этих мобов. Так, странно, где еще один? Раз. На них, между прочим, выпадает очень много разных плюшек и хороший опыт. Вы еще будете качаться, друзья. Два. Крупица разума. Все очень просто. Опять бежим сюда. Опять ждем. Отдых. И опять же такой маленький круг. Заряжаемся. Вот тут ходит еще щитом. Только их бьем. Потому что с них падает крупица разума, друзья. И отличная прокачечка. И денежки. И дополнительные материалы. Зарядились. И баночки еще. Ни на кого не обращаем внимания. Смотрите, я еще не прошел даже третью главу, но у меня уже 72 крупицы разума. Неплохо. Напишите, сколько у вас и сколько вы уже прошли. Наверное, вы уже прошли. Потому что я прохожу Вуконга на стримах. Плейлист у меня в описании, ссылочка, или же можно посмотреть ВК Play Live, друзья. Так что всех жду, подписывайтесь, также ссылочка на Telegram паблик, все можете найти внизу в описании, и всем пока, качайтесь!